где-то можно было бы. У меня есть видео. А он у него видео есть. Ну давай так же, пока вот закрыто пускай будет. Я буду ловить, что стискиваю. Баря, баря, баря. Будем сейчас. Пилиться, барьки будем. Баря, баря, баря. Такие пугливые, да? Эй, ты зря сюда подошел. Сейчас я только на один кадр. Туда он подальше лучше встанет, они пугливые. Баря, баря, баря. Ого. За передние ноги берутся и вперед. Это видно ее и ее расчет. Забегай тогда. Оп. Братец. Ну давай, так же ее за передние ножки. Аккуратненько. Я тебе ее подам. За шею ее обнимай ласково. Туда ее сейчас я вылезу. Пойдем, пойдем, умница. Пойдем. Держишь? Держу. Как ветхозаветные иудеи. Задай меня. Вот же тоже шерсть. Хорошая, это самое. Давай, горлопанка. Давай, давай, лежи, давай. Я-ка перестригущим обезгласен. Почти безгласен. Пока я еще не безгласен. Не по описанию поступаешь, тварь. Не безгласно. Все. Вот так. Гласно. А ты той же это давай. Корму давай, да? Группа поддержки. Где-то ударился несчастный. Там дома завелся, ведро делал. Слушай. Вообще правда. Кричи, не кричи. Придется полежать. Ну что тут? Контрольный раз. Ой, чё-то там спокойно. Задние ноги. Сохранности. Придется. Вот. Да, такому чаду ни комары не страшны, ничего. Чего не сделали? Такую шкуру ни комары не прокусят, такой шерсть. А слушай, клещи все равно достают. Ну я вот одного или двух тут. Ну сравни, у кота я снимал сразу 6 штук. А тут одного на одной овечке. Ну он пока проберется. Ну конечно. Джунгли. Такие заросли. Даже он комары то пытается залезти. Где работаете-то? Рядом? На огородчике. Он просто через саманку пришли. Скапываете там, да? Ну там чеснок. Вот брат Никита придерживай, а нам вот ту пометить, которую я не пометил. Значит, лучший способ вот держать. Угу. Начинает голову поднимать, вот ее. Угу. К земле ее, все.